Всем привет! Сегодня мы играем в Brawl Stars, а точнее проходим квесты. И сегодня у нас квест, нужно выиграть бой 3 раза в режиме парные столкновения. За любого персонажа, отлично. Давайте за Бонни. В парном ШД, это мое любимое. Так, давайте, бой начался. О, я не посмотрел карту. О, Ева с нами. Со мной Ева. Ничего, то, что нанесет урон. Это даже норм. Так, играем. Так, давайте это. Носим. Ломаем баночку. Блин, я один остался. Блин, базик, не надо. Ты же знаешь, что мне нужно быть... или третье место хотя бы занять. Хотя бы третье место занять. Ну или второе. На мое везение это только на третье. Да, мы на третьем месте, а это значит квест немножко выполнен. Все равно я выиграл на третьем месте. Как он знает, куда я пойду, блин? Так, блин, зачем ты бросил гранату? Но зато побыстрее буду ходить. Это уже хорошо. Нет. Блин. Но зато, если Еву вольнут, то квест немножко засчитаются, потому что мы на третьем месте, а это классно. Или не засчитаются. Я не знаю. Может, второй все-таки попробовать занять? Блин. Кассовый аппарат. Кусок кассового аппарата, это гаив. Кто догадался, ставь лайк. Блин. Ну, второе место, это уже... О, победа даже. Такого я даже не ожидал от первого места. Ну, победа. 2 раза осталось выиграть. Так, ну, это легко, я думаю. И нам, возможно, нужно второе место. Можно занять второе. Давайте попробуем второе занять. Засчитают, интересно, или нет? Или нужно только первое? Так, давайте. Последний удар, это ульта. Есть. Не надо. Так, давайте. Идем. Колеса. Блин, спалился, мне кажется. Не спалился. А кто там ты? У кого-то 3 банки. Ау. Ну, опасно идти. Но я попробую. А против Тика вообще. На изи. На расслабоне. Дизлайк. Отправил. Хорош. Дальность неплохая. Быстро летят. Мне кажется, или раньше так быстро не летели. Ну ладно, я пока в квайт превращусь. Потому что дальше шмаляет. Но один патрон. А это плохо. Но зато хоть какого-то персонажа добавили с одним... С одной пулей. Так, неплохо. О, отлично. Квест немножко выполнен. Почему? Потому что я на этом 2-м месте. Мало шансов, что мы выиграем. Мне даже вначале показалось, что Лола идет в туман. Сдаваться. Так. Ну, шансов нет. Давайте. Ну, попробуем хотя бы. Ну, как я и думал. Но зато 2-е место. Мне осталось всего 1 раз победить. Давайте возьмем Джанет. Потому что
Когда она летает, она в воздухе неуязвима. Так что классный боец. Если что, потом я хочу попробовать Евой. Так. Вот так вот. Посмотрим. Так, бо. Блин. Зачем я на него пошел? Блин, опасно. Кстати, спрейчик оцените от 1 до 10. Они, мне кажется, будут меня уважать, то что меня открыл верхний бравл пас. Блин, автоатачу. Если автоатачить за нее, то только вблизи. А так вдалеке не надо автоатачить. Кстати, скин классный. Кто так считает, ставь лайк. Точнее, кто так считает. Блин, я так и знал. Давайте. Изи. Ну, наверное, зря я использовал. Но зато завалю Динамайка. Но вот и Тика, я сейчас его на изи возьму. Я же говорю на изи. Оп. Если мы сейчас проиграем, то квест немножко выполнится. И это хорошо, потому что я могу идти в туман. Или попытаться выиграть. Ну а так я могу идти в туман. Всего. Изи. Ну, сейчас посмотрим. Да, квест выполнен. Сейчас откроется новый уровень. Сейчас посмотрим. И да. Теперь у меня осталось всего 4 уровня. Можете сами посчитать. Вот. И всем хорошего настроения. Всем пока-пока.